Несмотря на непростое социально-экономическое положение страны, в банковской системе в прошлом году наблюдалась стабильность. Конечно, относительная. АИЛ и РСК банки выдали более 62 тысяч кредитов. Общая сумма составила порядка 24 миллиардов сомов. Это на порядок больше, чем за 2019 год. Большая часть средств АИЛ банка была направлена на финансирование проектов в регионах страны. Мы, как государственный банк, в прошлом году помогли многим нашим фермерам, сделали пролонгации, сделали отсрочки по платежам, но есть и проблемы. Есть и проблемы по погашению, есть проблемы по просрочке. Это все мы намерены как-то в этом году совместно с нашими клиентами решать. Планы на 2021 год у нас очень такие, вот, скажем так, амбициозные. Мы приняли стратегию. Стратегия то, что АИЛ-банк должен быть для своей страны именно тем банком, который был бы ответственен за сельское хозяйство, за развитие региональной экономики. Больше гарантий выдал и гарантийный фонд – 1865. Это почти вдвое больше, чем в позапрошлом году. При этом, как отметил президент Садыр Джапаров, объем гарантий, выданных в регионы страны, сократился. Для поддержки предприятий, ориентированных на экспорт и кластерные проекты, большую часть гарантий необходимо направлять именно в регионы. Мы будем увеличивать объем выдачи гарантий. Это само собой разумеется. Мы надеемся, что на это повлияют наши собственные ресурсы и увеличенный капитал. Кроме этого, вот проекты Всемирного банка. И показатели также вырастут как минимум от 10 до 30% по сравнению за 2020 год. В прошлом году гарантийный фонд открыл специальную программу на 1 миллиард сомов, и суть которого заключается, что банки, получив наши эти ресурсы, они выдают гарантии и кредиты не более чем 9,3 до 10% годовых, что также является наравне с ФСХ, значит, хорошая программа поддержки наших предпринимателей. Обратил внимание глава государства и на сбалансированное распределение кредитных средств. В приоритете у банков должны быть именно регионы, а не Бишкек и Чуйская область, которые и так занимают основное место в промышленном производстве. Акцент необходимо делать на реальный сектор экономики, проекты в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей и промышленной отраслях. Министерству экономики и финансов президент поручил принять меры для дополнительной капитализации РСК банка. Также в этом году финансовые институты должны увеличить перечень услуг, предоставляемых в цифровом формате. Мы очень активно ставили упор на то, чтобы большая часть наших клиентов, не приходя в офисы, могла получить все сервисы банков. В частности, на данный момент через мобильный банкинг сейчас количество наших клиентов достигло 82 тысяч уже клиентов. То есть 82 тысячи клиентов, они, не приходя в офис, могут делать все свои транзакции. Кроме этого, проводилась работа по взаимодействию с Тюндук, чтобы все услуги в электронном формате, не приходя в офис, могли проводить через банк и через мобильный банкинг. Особо Садыр Джапаров отметил важность ускорить развитие финансового рынка и процесс его цифровизации. Получение финансовых услуг должно быть значительно упрощено, а перечень цифровых банковских услуг увеличен. Как раз на это направлен указ главы государства о развитии финансового рынка. Аяна Дюшекеева, Сентур Абыкеев, Алатау 24.